Завершающая акция антинаркотического месячника прошла в Центральном дворце культуры. О вреде употребления наркотических и психотропных веществ напомнили учащимся школ округа. Акция «Вместе против наркотиков» призвана популяризировать и пропагандировать здоровый образ жизни, стать мощным эмоциональным и творческим посылом к формированию и укреплению нового молодежного сознания, в котором нет места вредным привычкам. В рамках акции состоялся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы городского округа Щелково, образцовый коллектив «Ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф», коллектив современной хореографии «Фриденс», студия спортивного бального танца «Селена» и другие коллективы.